Все обработали, обработались. Все, она вся рана полностью в дырке. Если видите, леомиколь белая в дырках лежит. Низ я ей тоже все обработал. Все, она у меня умничка. Больно было лапу поднимать, и, ну, правильно, гематома. Но я там намазал все-таки гематомы. Пусть лежит отдыхать, ей здесь будет лучше у меня. Ой, господи. Так, а я собираю свои манатки все. Не одни манатки, это лекарства по жизни. Так что на охоте у нас разные бывают. Вы просто не видели, как я лайм ушил с соболем вместе. Ну, соболь-то ерунда. Это охотничьи собаки. Попала, ну, здесь она, я не знаю, подо что, кто ее так. Но это не там прокусы. Там врачи сказали, большая собака. Потому что алабай или кавказец берет... Если он не может догнать, он обездвиживает, и она шустрая, он ее обездвиживает, она осаживается, а потом он ее должен был додавить. Но, видать, она справилась и смоталась, как говорится, из последних сил там, где должен ее забрать. Ладно, все, пойду маму выкидывать. Просили Танюху. Я был с Танюхой, а этих отвез, они там занимаются, как говорится, сексом, лаймус. С туманом. Вот. Не знаю, завтра поеду я к ним, не поеду. Буду, наверное, скорее всего, заниматься Танюхой. Надо утром, в обед, не вечером. Посмотрим. Все, пусть спит. Я ей сейчас попозже воды принесу и покушать. Кушать она не будет, но воды вот налью ей. Литров 10 пусть будет. Не-не, что ты шугаешь? Не лезу я к тебе больше. Я тебе враг номер один, я знаю. Ты на этот пакет смотришь, с ума сходишь. Сколько я тебе сегодня наделал. Всем сейчас увидимся в Ютубе. Всем пока.